Самые примитивные звери – это однопроходные, так называемые, вот утконосы и ехидны. Живут в Австралии, и ехидны еще там на Новой Зеландии, Новой Гвинее. Вот посмотрите, вот это вот ехидны такие, с клювами и с иглами. Это утконосы. Утконосы, в отличие от ехидны, они плавают. У них такой клюв, как у уточки, а у ехидны она залезает носом в термитники, всякие муравейники ест, слизывает, они еще очень длинные. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Они откладывают яйца, единственные из ныне живущих зверей откладывающих яйца. Но это сумчатые. Сумчатые животные раньше жили на всех континентах, в Европе, Азии, Америки. Сейчас они сохранились только в Австралии и Южной Америке. Причем в Южной Америке сохранились в основном опоссумы. Ну вот они, вот такие вот опоссумчики, которые живут в Южной Америке. В принципе, даже и в Северную проникают. Такие, их еще называют сумчатые крысы. Раньше там были крупные животные, такие хищники типа саблезубых кошек, но сумчатые в Америке. В Австралии там... пройдемте сюда. Чуть поближе, а то не слышно меня. В Австралии у нас есть много крупных травоядных. Кенгуру, прежде всего, и вамбаты. Вот кенгуру.